Хорошо, сейчас еще раз достану. Они действительно две недели. Они с кейфом выданы седьмую. Две недели, доброе утро. Становление на портале что-то уже 25 тысяч штраф. Все постановления есть. Я вижу, ты хороший. Кто, ребята? Маленькая. 25 тысяч. Если у вас не имеется данная сумма, то вы можете занять данную сумму у руководства. Чего решать с ним вопрос? Девушка, подходите на проект. Да, хорошо, если руководство оплачивает 25, и дальше вопрос имеется. Мне как-то тоже я просто... За вас руководство оплачивает нам. Пожалуйста. А вы куда закрыли? Крыса. Хуйся соус, блядь. Две недели. Да, у вас все хорошо пока. Потом можем это следить поменять уже 24 число у вас. Подожди, подождите, каким образом я обновлял ездил вчера? Ну, у вас там написано. Так у вас все хорошо? Ну что, вот насчет. Так, а где у вас давайте. У меня проверили уже. Вы мне на вопрос ответьте, пожалуйста, где прописан штраф за насчет негодной справки. Вот там вот человек, он все объясняет. Да, да, показывайте. Я работал среди в департаменте. О, а кто тут объясняет насчет штрафа? Мне смея. Сейчас, секундочку. Класс. Лаки. А керма... Так, я внимательно знакомился со своими постановлениями и не увидел, можешь... там про две недели. Еще раз открываем, я вам продиктую, где это написано. Давайте, Government, исполнительная власть, комендант. Директора здравоохранения, соцзаимодействия и, собственно, в его кабинет заходите. Ну, зашел дальше. Оружие. Сейчас я открою. А, да. Дайте мне паузу чай. Молодой. Давайте я. Хорошо, по вопросу нет. Вопрос будет по инициативе директора. Вы можете быть свободны. Да, в смысле, а где постановление? Что, все? Медкарта теперь. В каком постановлении две недели написано? Нет, теперь справки не имеют вообще срока годности. Пока... Ну так вот и все. Плюс напишу. Верните деньги людям, которых забрали. Они забрали только одного сотрудника, который руководством был. Мне еще, ну, Дэйв. Верну ему. Кто тебе я обнаружил у одного человека, вот, который ты видел, и еще у одного. Справок срока годности. Верните деньги, которые на данный момент... Кто вас забрал? Не у меня забрали. Тот, у кого я...